Жизнь в городе, в отличие от села или деревни, определенно имеет ряд преимуществ. Развитая социальная инфраструктура, достаточное количество учреждений здравоохранения, образования, досуговых и развлекательных центров, торговых точек. Но вместе с тем есть и минусы. Большое количество народа, суета, шум. И именно на нарушение общественного порядка чаще всего жалуются жители мегаполисов и их небольших пригородов. К примеру, видновчанам, живущим на окраине города, мешает расположенный под окнами дома автосервис. О проблемах благоустройства двора по адресу город Видное, Школьная, 87 мы уже снимали сюжет. Отсутствие парковок, разбитый асфальт на тротуаре и проезжей части, а теперь еще и автосервис. Стену жилого дома от ремонтной мастерской автомобилей отделяет небольшая зеленая зона, проезжая часть и несколько метров. Понятно, что такое соседство доставляет беспокойство. В первую очередь пожилым людям. У меня туда выходят эти, как их, окна. Там заезжают, едут туда-сюда, и ночью свет. Ну, машины ремонт делают, это самое, ночью работает, машины ставят, и, в общем, ну, хулиганят. Рассказать о своем недовольстве решились только эти люди. Остальные не хотят конфликтовать или бояться. Тем не менее, проблема существует. Хотя представители автомастерской заявляют, что ни режим работы с 9 до 20 часов, ни общественный порядок работники не нарушают. И чем вызваны жалобы, он не понимает. Днем, как бы, да, вот бывает же стене работы, но это днем. Здесь вечером ничего не происходит. Как же так получилось, что это предприятие расположилось в непосредственной близости от дома? Тем более, что пожарный проезд, служащий единственной дорогой к дому малютки, достаточно оживлен. Выдача разрешения на отмещение автоцентра была правомочна в плане того, что расстояние от дома более 30 метров. И все санэпидемические нормы соблюдены. В городской администрации знают о проблемах жителей Школьной 87, и владельцам автосервиса были даны рекомендации устранить неудобства. Первое, что сделано, это найден порядок на прилегающей территории возле этого техцентра. Второе, будет создана парковка для автомобилей, которые приезжают на обслуживание. Работа в этом плане уже началась. И для того, чтобы не мешал шум жителей, определен режим работы этого техцентра с 10 утра до 8 вечера. Остается надеяться, что и в дальнейшем эта ситуация не выйдет из-под контроля администрации города. Татьяна Акимова и я, дама Елена Кошелева, Видное ТВ.